No, one more time. Longer, longer. Мастер-класс от мэтров. Такой бывает только раз в жизни. И то, что он проводится на английском языке, так как проект международный, этому не помеха. Борис Андрианов, известный российский виолончелист, нашел в своем плотном графике концертной программы по Соединенным Штатам место для интересного мероприятия, в котором с удовольствием принял участие в качестве эксперта. Он признается, что мастер-классы полезны и тем, кто их преподает. Это такой маленький секрет. Если ты сам разучишь какое-то произведение, ты не можешь себе сформулировать это все. А когда ты кому-то это говоришь, ты должен каким-то образом это все проговорить. И потом можно это использовать для себя самого в игре. Одним известным музыкантом решили не ограничиваться и пригласили скрипача Сергея Дагадина. После Петрозаводска музыкант отправится с концертной программой в Сербию. На своем мастер-классе они вместе с учеником разбирали Моцарта, концерт для скрипки номер 4. Маэстро остался доволен своим учеником. Видно, что человек очень талантливый, я был очень рад ему помочь в каких-то вещах. Понимаете, это тоже, в свою очередь, очень интересно каждый раз тому человеку, который проводит мастер-класс, потому что мы учимся друг у друга. Василий Савин стал одним из тех счастливчиков, с кем лично поработал известный музыкант. Как ни странно, да, было очень комфортно с Сергеем, да, поработать. Это произведение очень, очень широко применяется в скрипичной практике, на всех прослушиваниях практически, в любое место, куда бы ты ни пришел, да, везде нужен Моцарт, и, естественно, да, это пригодится. Проект «Большая музыка для малых городов» дал возможность желающим увидеть лично, как работают выдающиеся музыканты. Наталья Ильина, Станислав Шведов, служба новостей.